Там как пришел коннект. Оно-то пришло, но ничего не происходит. Оба-на! Загрузка прошла успешно? Да, есть, есть. Ну что, сейчас покатаем. Да, сейчас посмотрим, что тут надо делать. Самому интересно узнать, что это такое за гадость. Выбор рун. Ой, ё-моё. И как мне... Это кто выбирает? Я или ты? Карманы пугач? А, их выбирать не нужно. Ищите синие шары. Отнесите шары к алтарю. Ну я в настройках ее поменял. Ах, блин, я могу сейчас за время игры поменять. Control, камера. А там Escape нажимаешь, и там настройки все есть. Один. Так это шарик какой-то. Опа, еще какая-то руна. Камера, видео, аудио. Контроль. Вот игра. Аудио, там почти аудио, language такое что. Ну вообще-то я. Вот тут какой-то ебало избежал, хей. Так, надо отнести эти все рунки. А, я так понял, я пока все не найду, это я отсюда не выйду, да? Прям как в Layers of Fear в натуре. Это все, конечно, круто, но ребзики мне... Так, а эту я взять почему-то не могу, увы. Да, увы, сейчас не Хэллоуин, но под Хэллоуин, если бы я знал бы такую игру, то было бы чётенько. Что это такое? Фью, бэ. Пробел? Мист? Что? Чё я только что сделал? Я хз, чё тут надо делать? Аквариум какой-то. Ты тут поймёшь, дальше прикол игры сам. А я пока вообще ни хера не пойму. Я руны-то взял, но... Они у меня как-то то ли не активируются, то ли мне что-то нужно взять. Ты понял, типа, когда ты там собираешь какую-то фигню, не понял какую... А, то есть это засветились те, которые я смог взять, да? Ну, конечно, понял. Блин, когда ты собирал какую-то фигню, не помню, понял? Вот, ты можешь... А тут вещи летать, а тут открывается? Одна себя, да? Ёкстиль, Макс! Да тут оно, оказывается... Какие тут открытые? Ага, открытые, я понял. Ух ты, ё-моё. Это кто такой? Чуваки, не надо меня пугать. И чё тут? Ни хера тут нету, не вижу. А спрятаться можно сюда? Чё сюда? Закрыться, чтоб меня тут никто не нашел. Да, по-прежнему ни хрена. Открывайся. О, руну нашел. Да, но увы, я её взять-то не могу почему-то. Они у меня, это, полоска какой-то перехрещены, я их вообще взять не могу. Это тоже не могу взять. О, нашел. Еще одну нашел. Ясновидение. Показать ближайший шар и врага. Опа-на, что я могу? Круть. Круто. Это фича классная. Е-бой. Взял я такое. Правой кнопкой. Куда? Куда бросить? Ух ты, ёперный. Чё происходит? What the fuck? Так, взял, нашел. И не могу понять, как они вообще работают. Что с ними нужно делать? Ладно. Я после того, как я какое-то действие принимаю, тут постоянно что-то меняется. Вот, ну причем тут... Максим, тут комната в комнате прям, ну, жесть. О, еще одну нашел руну.
Блин, на нас нормальный контент. Это кто такой? В смысле? Это ты там буянишь, а? В смысле? Я тут, я так понял, типа, пока я не сдох, я могу играть нормально, да? Это хорошо. Тихо, 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 бля, чё происходит? Чё происходит? Так, не могу взять. Чё за чертовщина, блин? Не-не-не-не, трожь меня! Куда я попал, блин? Какой-то лабиринт? Что за хрень? О, чешуеть. А, чешуеть! Куда идти? О, жопа! О, нашел! Отлично! Это круто! Это было круто. Я еще живой. Музыка, музыка какая-то играет, слышу, по-моему. Опа! Круть! Я тут еще кое-что нашел. Да, все. О? Шарик нашел? Не, Орел или Ю, ты можешь примерно сказать? А если б я знал, я б тебе сказал. Ух ты, ёбаю. Ну, спасибо. А что я сделал? Я таки не понял. Ты только что нажал левую шиву, да? Да, я случайно, я не знаю, зачем я это делал. Ну, я тебя типа поздравляю. Я тебя что, словил? Типа того, да. А я просто заметил там какое-то движение, я сначала не понял, кто это. А это ты там буянишь или... ЧЁРТ! Вот в чём прикол. Эва как, да? Значит так вот. Вот в чём прикол этой игрушки. А моя-то задача какая? Такая же самая, как какую мы только что сделали. Блин, на Хэллоуин жаль, мы эту игруху не нашли. Нет, типа я... А в чем прикол этих шариков, я так и не понял вообще. Честно говоря, ну некоторые показывают типа... Ты сам не знаешь, да? Ну типа некоторые показывают типа синий, как я понял. Я не знаю, что они показывают, но красный показывает где-то типа ближайшие руны. Ближайшее? Не, я что их юзал-то так и не нашел типа ближайшее. Воу-воу-воу, чё, what the fuck? О, я руководство по запугиванию нашел. Круть. Навсегда ускоряет восстановление вопля. О, как! Так, будем искать дальше, что тут у нас интересненькое есть. Попчики-попчики мои. Что-то не нравится мне это.
Не, я пока ничего найти вообще не могу. Опа. Вот, я понял. Я, кажется, только что добыл еще одну фичу. Чё? Чё, нашел? Я не нашел, понял, типа, нет. Хотя попадались, типа, такие красные и синие шарики, да? Какие еще шарики? Ну, такие, со стрелочками. Ну, и что они делают? Они, типа, указывают куда-то? Они показывают твой алтарь. Ты должен их приносить, и, типа, за это дают, типа, тебе очки. Ха, все, я продал. Я не понял принцип игры, поздравляю. Ну как можно быть таким тупым? Ну вот скажи, объясни мне. Эх. Блин. Я типа выиграл, да? Ну да. Я просто их последовательность вообще забываю, понял? А как-то оно. А там нету такой последовательности. Ты должен посмотреть. На доске там это в главном менюхе там что это вот это пишут они как какой последовательность. Ну что, конечно, нам попугаться. Да, если бы еще мне удалось бы разобраться тут. А то больно, как-то вообще ничего не понятно. Относите шары к синему алтарю. Это я уже понял. Окей. Ты должен собрать такие синие сферы, понял? Не, я их видел, эти синие шарики. Просто... О, руну нашел. Круть. Не берешься, да? Ну ладно. Опа, чё теперь у нас? Рунка, нихера. Увы. Таксики. О, коч понаходил. Так, жаль, не работают камерки вообще. Опа. А! Так, ну... Бум. Ага, здесь нет. Еще две. Нашел. Я какое-то только широководство нашел. Лол. Лол, кейк. Опа, нашел. Надо будет сейчас настройки понизить игры. А шо, лагает? Да не лагает. Фризик небольшой, понял. Да, я заметил. Жестко фризишь. Ну я не фрижу, чтоб так прям понял. Есть. Я более-менее разобрался в этой херне. Ой. Открывайся. Эй. Давай, давай. О, исчезла. Ах ты ж. Неплохой такой фасончик. Мне нравится. Интересно, сколько снимается, если ты меня ловишь, да? Да, нехило так снимается. Сколько? Нехило. Где-то вроде 1010, может меньше. Скрытый сюрприз. А меня дверь троллит, понял? Да чтоб ты! Смысле? Походу сам ловушку поставил, сам я. А ты только что к алтарю подошел, да? Или я твою нашел? Скорее всего, это была твоя ловушка. Прикинь, если ты ловушки ставил. Ну да, только что было там, только что одна. Я понял, это была твоя ловушка. А дети? Да чтоб тебя! Не разошла, блядь.
черт? Собираем контент. Да ты издеваешься, да? Ты меня вечно подляны ставить будешь? С тобой вообще, я не знаю, бесполезно играть. А может наоборот полезно? Типа... То через порталы, блин. Да бесполезно. Ой, я какую-то цепь нашел. Я пока что еще одну руну активировал. Думаешь, я алкоголик, познакомься. Крюгер Людик. Блять, не успел. Бу-га-га. Крюгер Людик оправдал себя. Там три мой раза. Я только, блядь, разогрелся. Ну я зашу, блядь. И вот на третий день я слился как план. Да, походу я вечно у тебя буду проигрывать. Обидно. Ну ничего, играем до 5 раз. Бу-га-га-га-га-га-га-шеньки. Испытаем нового чудика, а? А, блядь? Шо это? Шо это ты разошелся? Прям так не по-детски разошелся вообще. Вообще, блядь. Да, Новый год, там мы это в ужастике это катаем. Жаль, в Хэллоуин не нашли эту игруху. Я Крампус. Годная. Я Крампус Бунганге. Ищите синие шары. Мне нужно. А, тут уже комната какая-то другая. Ты в прошлый раз было со школой? А, нет, это тоже школа. Просто кабинеты, наверное, другие, это скорее всего. Так, что тут у нас? Шкафчики, кстати, можем открывать всякие. О, рунки еще нашел. Опа, отлично. Все, так вот и надо. Есть. И такое дело. О, круто. Все, пропало. Все пропало. Ну как ты тут, блин, вот когда надо, то нету вообще ни хера. Эх, ладно, буду искать эти. Так, закрыто. Эти стенды для рун. Как они там называются? Так, а тут все тихонько. Интересно, где ты там пропадаешь, а? Хотелось бы узнать. Ну. А, да, жаль. Не фартануло мне тебя плануть. Где же эти стенды? А что будет, если я кину на твой ша, это, на твой стенд? А, нет. Мне нужен. Мне нужен только синий. Ясно, ясно. О, еще один нашел. Эх, все, пропустил я. Теперь, блин, после каждого это закидона этой вот этой синей сферы, которую постоянно надо искать вот эти стенды. Это, конечно, все круто, но, блин, заебываешься искать их. А типа тебе сама сфера показывает, где они находятся. Нет, ну как бы мои сферы синие, мне нужно Вот, тебе красная. Ну просто после каждого закидона, когда я кидаю вот эту сферу, понял? Они как бы переносятся респавном непонятно куда. То есть вот, фишка в том, что их нужно искать. Еще эти стенды. Так что и сферы тоже? Нет, сферы-то да, сферы-то понятно, но это... Вот эти стенды, ты же не знаешь, куда они это где они респавнятся. Ну, стенды именно, не сферы, а стенды.
Поймал! Эй! Фартануло! Сейчас ты мне доиграешь, я тебя обижу. Ой, сейчас. Только дай мне пару секунд. Дай мне просто дай, блядь. А я закрываю двери, двери, двери! Не надо меня ловить! Пожалуйста! Holy shit! Хух! Я какой-то назойливый вихрь активировал. Что это, черт возьми, такое? Я просто без понятия. Опа. Еще пару рун нашел. А-а-а, промазал. Я думал, ты тут стоишь. Хех! Ладно, обманул, дурак, обманул. Ух ты, прикольная штука. У тебя, кстати, снимается эта херь. Да, другу желаешь плохих новостей, да, на Новый год, ах ты. Ай-яй-яй. Жди сюрприза. Хе-хе-хе-хей. Так. Сука. Теперь где мне еще будут эти найти шарики, понял? Между прочим, ты выиграл аж пару раз. А я что же поиграть хочу? Неважно это. Я просто во вкус уже вошел. Опа, попался. Вставай, гандон. Это ты так просишь его подняться? Будь любезен, вставай! Прикольно. Блин, где эти сферы? Я ж... Я их так и не... Из пластилина? Да. Это в натуре его палочка? Ты уверен? Да. Игорь, не серьёзно? Покупайся на мелочи. Серьезно? Да. Там чайник. Ну я не знаю. Там чайник. Забыл? А ты его выключил? Я его выключил, но ты про него так совсем забыл. Так я же... Я маме поставил обычно, ну как бы, она... Это ж для нее, правильно? Я выключил. Она... Ну вот и молодец, молодец. Нет, ты что, только что активировал руну, да? Чё? Руну только что активировал. Ну, вот этот шар, сферу. Да, активировал, а что? Да не, ничего. Я просто еще один нашел. Тут их дохерища, оказывается, но почему-то я их так найти и не могу. Опа! Оглушающий метеор. Прикольно. Да чтоб тебя! А, прикольная масочка. Выиграл или получил? Получил. Получил. Прикольненько, прикольненько. О, попался еще раз. Что-то тебе не фартит, дукатку. А где ж стенд, а? Он же вроде здесь был. А теперь нету его. Куда-то прячется, а? Прячется куда-то, стенд. А, это твой стенд я нашел. Но где же мой? Может здесь где-то? А, вот он, правда, я его нашел. Долбанный пробел. Попался. Фу. Ну в этот раз ты выиграешь, я тебе обещаю. По очкам, типа, уже все очевидно. Сколько? Я вообще на них внимания не обращал. Епонаш ты. Я походу в натуре во вкус вошел.
Блин, как сразу разберешься, так игруха прикольная. Кроть. Так в чем прикол? Тебя тоже хотел нажать на пробел, я только нажал, тут ты не нажал. Что там не прет на эти сферы в натуре? О! Еще нашел. Тендики. А вот сфер все меньше и меньше. Как-то я их не так хорошо нахожу, как раньше. Блуждающий огонек. Не-не-не-не-не-не-не-не. В этот порталом. Нет-нет, спасибо. В этот раз все будет не так-то просто. В этот раз не куплюсь. Так, а где тут еще в ящиках, по-моему, были, да, вот эти сферы? Или нет? Или это они не здесь? О, нашел сферу, отлично. А вот и. Опа! Не успел. Молодчага. Провел меня, провел. Да, теперь мой стенд. Мой стенд. Стенд теперь улетучился куда-то. То он то улетучился, только. Минус, я еще живой. Опа. 20 секунд, братан! Жми! Там шкафчик, и он был. Где там шкафчик? Шкафчик! О, нашел, нашел, нашел! 10 секунд! 10 секунд! Не надо успеть! Давай! 5, 4, 3, давай! Есть! О, я успел отнести эту! Этот шарик чертовый! Ну, ничего, братуха, тебе повезет в следующей катке. И тебе тобой. Желаю тебе хороших испугашек. Я тоже красный. Или нет? Стоп, у нас. Или да. Может, два голубых? У меня два красных. Ой, ты видишь? Два голубых, как на двух знаках. Чувак, ты прежде чем это выражал, типа понял, два голубых, как ты двухзначно прозвучало, а не хватит. Ой, черт. Да, ты во-первых, не голубенький, а синенький. Это во-первых. А во-вторых, это в первый раз, когда я начинаю это начал красненьким быть. Или, по-моему, у меня уже было что-то там наподобие, а? Я уже вроде и не помню. Так, вот, поставлю тебя здесь, хорошенький. Будешь здесь у нас дожидаться. Попался. Ну спасибо, мэн. Кто-то открыл двери. Нет, 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 ты портал! Кого-то засосало, да? Ну ничего, я быстро из него выбрал. Я уже по это спец по это. Ну да, да. Да еб! Да, спасибо. Да стараюсь помогать другу, чтобы он, так сказать, контент себе собирал. Это уже не смешно, понял? Вообще не смешно. Не, ну, знаешь, я ж тебе говорил, что я буду тебя охоту устраивать. Ну вот тебе, пожалуйста. Только тебе повезло. Да, да, спасибо, спасибо. Тебе здесь в одном повезло. Скай в чем именно? Здесь очень долгий откат способности. Бубу. Да мне нравится, что я все равно вот этот ошейничек прикольный. Да, шейничек прикольный. Ты нашел в прошлой катке. А, да? Чё? Брик. Ближайшие рунки, вы где? Да в Карган где-то завелись там.
Опа! Попался. А, не понял, это твой, вот это, да? Да, левый, но я так понял, ты уже смог догадаться давно. Алтарь, мне нужен алтарь! Где алтарь? Эх. Игрушка, да, а, вот... прикольная, но только зара... она однообразная. Почему это? Довольно-таки неплохая даже, я бы тебе... Это так, знаешь, о, гримуарчик. Не, нормально, нормально. Кстати, твой алтарчик это был рядом возле возле моего. Он, к сожалению, уже ушел, но. Да что в тебя? Эх, попался я в твою ловушку. Да-да-да. А ты ж вроде ставил этот, нет? Торнадо. Отбрасывающий, нет? Или это не ты ставил? Часом. Да еб. Я вот только поставил, прикинь, я только-только. Только-только, серьезно? Ну, вот это, я только отошел, тут ты сразу... Круто. Я прям как чувствую. Круто, круто. Ух ты, это что такое? Чувачка такая нормальная. Опа-на. Все. Блин, я слышу руну, какого она пропала, как? В смысле, тогда я такой вижу? Подожди, я нашел, а чё она... А чё, я её чё, не взял, что ли? Лол. Лол. Опа! Да ну как, я промазал! Лох, лох. О. Или мне ещё повезло. А я, кстати, не помню, когда... Вот оно прикол, понял? Ты поставил, да, и забыл? Да-да, причём я не помню, что я поставил. Ну я вроде помню, что она точно была. О! Да херище ж вас тут, а? Ой, как да херище. О! А, на предмет надо поставить. Ясно, не пашет, окей. Будем как-то выдвигаться. Где б мне еще такие бы найти штуки? М? Так, ух ты. О, да, да. Это тут что-то надо. Это мне доктор приписывал. Вот так вот, да. Да-да. Какой предмет, блин, я уже поставил. А, ну, ну да, можно и на этот, конечно. Блин, я сейчас себя заблокирую, но... Всё. Я ж поставил на предмет. Игорь, можно вопрос? Опа! Да? Это ты там буянишь? Да что? Прикольно. А я ж таки знал, что типа специально закрыл. Да ну ты что, издеваешься? Еще ловушка! Ах ты ж засранец ты! Мелкий. Три ловушки, Карл, три за раз. Ты, конечно, профи, я тебе говорю, отвечаю. Просто отвечаю. Спасибо. Ты вновь лидируешь. Ну, короче, тебе нет равных, ты ж пустой, естественно. Ну да, а, да, кстати, я ж пустой. Да. Ух ты, ёб, сколько после тебя здесь вот этой фигнюшки маленькой, вот этих, монеток. Да, потерял я свои, блин, руны, теперь ни хрена у меня тут нету. Да ты там прячешься, ё-мо. Вечно куда-то. Да, все. Тупо хожу себе, хожу, ага, ничего интересного найти таки не получаю. Тут какая-то фигня, вроде. Чё ты такое, мать твою? Что такое? Блин, нет, только же я забыл, что здесь прыгать, не запомнил, случайно нажал на пробел. Блин, это на Валака похоже, это демон, в натуре, я. Ой, мама, надо было на нее не смотреть, хе, она стрёмная. Так и знал.
Открывайся, давай. Лерисофер недоделанный. Блин, ящики открываются так, как это. Так как я свою задницу от кресла хочу оторвать. Так же само, со скрипом. Да, нехило, нехило. Увы. О, нашел я такие. Что-то я таки нашел. Круть. Да ну! Блять, я вот знал, вот возьму сейчас только что возьму. Я тебе только что... Идеально! Я тебе только что примерно пересадил где-то минуту. Такой же... Все, я свою руну уже не найду. Идеально. Понял, себе такой гуляет, только за тобой такой переследует тебя. А ты себе такой ходишь вокруг меня такой даже... Ну где мне ее теперь искать? Все, она пропала. Ай! Световуху подбросил. Идеально, бля. Спасибо, нахер. Спасибо тебе тоже за мою. Держись. А нехер лезь, блин. Ты мне это испоганил доставку руну, я тебе испоганю доставку руны. Ну ты не парься, я типа. Мне это типа не предоставит много тонов. Ты знаешь, мне как-то особо тоже, поэтому, ну. Я одно решил, в такие игры лучше не катать. Это плохо скажется на психике и на дружбе. А скажи, почему мне не предоставит, типа, это великого труда? Потому что я уже нашел руну. Да. И уже не доставил. Молодец, молодец. Ничего не скажешь. Да ну ё... Ха! Да, твоя ловушка мне тоже понравилась. Блин. Ну пип. Сейчас будет азбука Морзе. Да чё ты паришься? Ты все равно выиграл, а? Ты посмотри, сколько мне уже снялось монеток. Да, типа то, что как бы у тебя их дохренище, тебя это не... Я хоть как-то отыграюсь, может быть повезет. Да все равно у меня уже. Мне уже кирдык, блин. Ну кулдаун слишком большой способности. Знаешь, что были все. Все шансы чистые люди. Мне хотел не было. Все, поздравляю. Да ты неплохо сам. Да, да, конечно. Нифига себе, плюс 5к. Да, весело. Да нет, ну чё, нормально. Можно будет как-то еще в другой раз сыграть. Нормально. Говорим, пока. Хорошо. Ну типа ты говоришь пока или типа нет? Ну да. 5 hours later. Ты о чем? Скажи пока. Адиос, ублюдки. Угу.